Мобилизация в Украине. Адвокат прокомментировала слухи о новых ограничениях для мужчин. В украинском инфопространстве начали распространять слухи о том, что военнообязанным мужчинам на период действия военного положения могут запретить поступать в вузы, поскольку такое обучение позволяет временно получать отсрочку от призыва в армию. О том, действительно ли могут внести соответствующие изменения в законодательство, рассказала адвокат Марина Бекала в комментарии к ТСН. Могут ли военнообязанным мужчинам запретить поступать в вузы? Во время военного положения действительно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека. Такие ограничения должны быть предусмотрены законодательством, поясняет адвокат. Также Бекала добавляет, что теоретически можно внести изменения, в закон Украины об образовании, и ограничить право мужчин призывного возраста поступать в вузы. Но есть все основания, что Конституционный суд признает такие нормы неконституционными. Это ведь не только нарушение конституционных прав граждан, здесь затрагиваются интересы государства, говорит адвокат. Откуда взялись слухи об ограничении прав на образование? Недавно многие СМИ опубликовали новость о том, что в скором времени в Украине могут запретить военнообязанным, поступать в ВУЗы, чтобы выполнить план по мобилизации. Причиной тому стала статья Натальи Багуты в издании ⁇ Фокус под названием ⁇ Студент ⁇⁇ Вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учеников университетов и колледжей? В материале говорилось, что в обществе ведутся дискуссии о том, стоит ли запретить мужчинам поступать в ВУЗы, ведь в прошлом году многие военнообязанные поступали, чтобы получить право на отсрочку. Напомним, что согласно законодательству студенты, аспиранты и докторанты, имеющие документы, подтверждающие факт обучения на дневной форме, освобождаются от призыва в армию на период получения образования. Впрочем, в статье не было информации, что правительство серьезно планирует рассмотреть и ввести соответствующие решения. Раньше мы рассказывали о том, при каких условиях студентам могут вручить повестку и призвать на службу. Читайте также о том, могут ли вручить повестку при пересечении границы.